Ну что ж, дорогие дамы и господа, зрители, подписчики и просто гости. Ребята, сегодня мы играем на Спаси Голде. А он, опять же, на Эдинбурге. Я играю с гангстой. Поздоровайся, братан. Всем привет. Короче, давай, го, начинаем. Они просто, я не знаю, неадекваты какие-то, ребята. Просто стояли, никого ничего не трогали, никто ничего не делал. Они начали всех бить в надежде на то, что выпадет второй голд. Ну чё, ну а что мы будем терпеть вот это вот, не понимаю я. Тем более саботажничать, за что мы можем получить соответствующий бан. Нет, конечно же, мы этого делать не будем, и мы начинаем свой выпуск. Так, ребята, я знаю, что он был уже и ранее, и... Практически всегда у меня именно Эдинбург, но, ребята, я ж уж не извиняюсь за это, но что я могу сделать, если набивает именно на этой карте этот замечательный голди, который мы сегодня попытаемся взять, блин. Что ты молчишь вообще, а? Говори, что я буду снизу ездить. Блин, фига меня на вас раскрутила, крутанула, подкрутила и фига куда киданула. Эх, бывает. Го, короче, ребята, вы меня реально уже чуть-чуть взбесили тем, что я тупо спаси голд свой, который сегодня вышел у меня, именно за сегодня, я его просто опубликовывал в своем паблике, и смотрю, меня уже раз так 10 точно убили, ну, может, даже 9, и, короче, я не вытерпел это, конечно же, многие жаловались на то, что они почему вы бьете, почему, зачем, ну, и, конечно же, все были слегка ошарашены таким действием. Мы решили, зачем вот это вот терпеть, сколько вот это вот терпеть, когда они просто не минируют, нас бьют, ну, бесит просто, и мы решили начать. Короче, го, я поверху попытаюсь сейчас убить этого викинга, который сейчас остался без АПТ-чки. Давай фантом. Да какой фантом? Тут викинга надо. Викинга убили, отлично. -2. -2 братана другана. У них осталось аж 4 человек, которые минировались. И это говорит нам о том, что... Вот они все. Давай. Ух ты, блин. Офигеть! Как меня, блин. Не ожидал я именно этого. Ты был близок. Мину. Да тут трудно будет взять, я говорю, это Эдинбург, ребята. Эдинбург, вы все знаете, карта. Ой, какая интересная. Ой, как на ней трудно брать все это добро. Но брать надо. Брать-то надо, чтобы вы смотрели, интересовались и любопытствовали таким выпуском. И вот сейчас опять у нас викинг катается по нашим респам. А я, соответственно, поеду снизу. Ты откуда-то хоть меня пытаешься? Я тоже снизу еду. Тоже? Я просто не могу предположить, где и как будет лучше. Хотя я могу сказать точно, что, блин, везде заминировано. Да, ну почти везде. Но снизу нет, а сверху вообще минус. Я в минусе! Я вижу. Хана тебе. Я вот чувствую, вот все, хана тебе. Ты даже ничего не сделал, ты понимаешь, что ты просто... Я и смог дал. А толку с твоей смоки одной? Скажи мне. Брат! Спать хочу, ё-моё. Соня, ё-моё. Кто слил ссылку? Опа. Да фиг его знает, кто слил ссылку вашу. Блин, неадекватно понабирает свою команду, а потом еще жалуется. Я честно говорю, я не сливал ссылку, мне просто тупо нужен видос. Просто тупо нужен видос, который я снимаю. И, конечно же, я его и снимаю. Ну, а сливать ссылки, это я даже не знаю, каким нужно быть дауном, чтобы такую фигню творить. Плюс это из их команды. Из их команды я не знаю. Бывают же люди такие, бывают. Ой. Фантом, давайте фантом, ну блин. Минус титан! Титан минус! Минус титан! Офигеть, что они сотворили! Офигеть просто! Это мы сотворили. Кросс! Вы кроссаутцы. Теперь его надо убить же. Положить минуса может каждый. Его убить надо. Быстрее, пока он не перевернулся обратно. Я в шоке. Они его сейчас обратно перевернут. Гангста, стреляй по нему быстрее. Гангста! Они его минусом такие... Да, о, бля, минусовые. Фантом пошел. Он... Блин, он плюс. Он плюс? Он был минусом, он стал плюсом. О, я его слил. Кросс. Ну, не я его слил. Ну, его слили вообще. Это суперски. Я тебя плохо, правда, слышу. Еще одного слили. Изиду слил. Че там минок много еще? Один человек, походу, минировался. Остался. Кто минировал. Изида без аптеки, слышишь? Я ее держу с этой стороны. Ко мне Фриз едет. Изиду валите быстрее. Блин.
Знаешь, что я скажу? Что? Я бы взял, но тут мины образовались. Ты как там оказался? Проехал. Я к тебе. Не-а. Не пущу, не да. Не помогу, ничего не сделаю. Не, да не. Тут молот мне не. А не ты. Нас опять на базе молот. Да я фигею просто от этих мин. Я не знаю, они двойные. Я нифига не могу сделать. Понимаешь, что ты это понимаешь? Конечно. Эх, бывает. Бывает. Ах ты козел, уехал он понизу, козлина. Мог же мне помочь. Фантом взять. Я офигею. Зида вроде бы и нормально так даважит, а и себя лекает, но недостаточно. Ну, ё-моё. Вы понизу или что вы хотите? Да я уже снизу поехал, тут на минке бахнулся в минус. Ё-моё, я один против троих. Я один против троих, я не знаю. Очень мало аптек. Это я понимаю. Аптеки на вес золота, как говорится. 150 кристаллов стоит одна аптека. Это ж какой-то грабеж средь бела дня. Давай в фантоме меня покатай. А ты где? Я на респе. Возле билборда. Где диктатор сейчас зареспался. Ты где? Снизу? Нет, поверху. Ну поехали. Ай. Ну, меня викинг будет катать долгое время, хотя смысла нет в нем кататься. Блин. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Не успею фантом, блин. Не успеешь. Не успеешь ты, братан, фантом. Блин, на всех хотел залететь и гол взять. Везет кому-то. Кто-то пытается, кто-то старается. Кто-то хочет. А кто-то я. Ну, ё-моё. Ну, что делать? Я не понимаю. Вроде бы... И защищает хорошо, и взять можно, а не получается. Вот что делать, не знаю. Я тут, стой, я тут. Там этот викинг. Поехали понизу. Я не смогу тебя понизу. Пофигу, я поеду. Ага, плюха, еще одна, и все. Нет, не все. Опа! А вот сейчас может получиться отличный фантом. А что ты делаешь? Нет, не получился. Скотина, я наехал на две мины, которые лежали рядом. Ты не понимаешь, как это было обидно. Ссылку слейте, кто-то говорит, ссылку слейте в паблик. Бывает же такое. Да ё-моё! Викинг меня бесит, козёл, в жопу мою бьёт. Я без аптеки викинга остался. Викинга молот. Меня уже бесит это. Я тоже снизу еду. Я не могу ничего сделать. Я уже у них. Я тупо не могу ничего сделать. Тупо не могу нифига сделать. Та... Вторая мина, как она там образовалась, я не понимаю. Опа, а тут вообще минок нифига нет. Но ты что думал? В сказку попал. Ё-моё, нужно... Я сейчас твинца зову... Ох, ты ж козёл! Даже без... Да, без ничего был, и плюс аптека была в запасе. Ты вон там, наверху катаешься. А смысл? Я сейчас визитку завалю. Го. Вообще у меня КД. Я понизу попытаюсь. Я не знаю, что вообще, как это быть. Серьезно, не знаю. Я приехал снизу. Да твою мать, молот, какого черта ты здесь зареспился? Убивай его быстрее, гангстер. Блин. Ну, что-то сминировать там, по-любому. Я знаю, там мин практически нет. Ты понимаешь, что это там мин с задней стороны, с заднего проезда не ТУ. Либо завалить этого, либо из виду их не завалить. Либо это. А кто остался, кто минировал? Скажи, пожалуйста. Мне кажется, да, вот Смока остался. Смока и Изида. Твою мать, посмотри. Двойная мина. Борис, с фризом я поехал дальше. Какое коварное на самом деле, да? Я даже с ним не буду бороться. Что ты говоришь? Я даже не буду с ним бороться.
Я ему чисто поставил минку, он на минке бахнул, слаб, аптеку съел их. Давай там, Димон. Размени. Я сзади тебя. Я уехал. Поставил за собой мину. Блин. Ох, ты еще и зитка. Давай, поехали. Так это ж я. Меня убили. Аптеку Нари пошел. Ой, ты рак. А ты видел, сколько там мин? Я взорвал. Смотри. Сейчас мне нужно чисто заехать на этот левый ботик и либо смоку, либо Изиду завалить. Я в Изиде катаюсь. Дентен. Ахаха. Я покатаюсь тебе. Убивайте Изиду, пока она на наших респах. Или она не минировала? Так она ж не минировала, я ее вспомнил. Романтик, вот это Изида. Вот. Вот он минировал. Блин. У нас только одна Изида, я так понимаю, да? Ты рак! Как так можно? Лечи меня, Изида. О, бьем ее, бьем ее. Она минки ставила. Давай, давай. Там вторая залез. Полечи, полечи. Ай, КД, КД. Сука, КД. Тихо, не кричи так. Тебя убили? Каким образом? А, с молота одного выстрела, да, я так понимаю. Одна плюшка. Опа! Давай, фантом, чувак, фантом, давай. Да пофигу, поехали. А, ты не меня? Нет, не тебе. Я думал, ты меня в фантоме хочешь попадать. Что делать? Как тут быть? Как тут быть? Я не знаю. Тут быть фантому. Что ты говоришь? Фантому тут быть или не быть? Нужно бить и смоку и Изиду возле голда. Я не смогу этого сделать, ты понимаешь, наши игроки какие-то тупые. Они просто ломятся без ничего, тупо там взять голд, голд хотят. Там пока сзади никого нет, так что поехали сзади их бить. Одного вынес. Но он не минировал, я так понимаю. Смока! Смока, смока, я уеду, пускай у тебя будет КД. Вынес фреза еще одного. А толку? Да куда ты меня пихаешь, козел? Я бью ихнюю Изиду. У них сзади никого нету сейчас, понимаешь? Их двое, кто минировался, остались на центре, прямо возле гола стоят и нифига не могут, не делают. Нифига, да. Только лекают друг друга. Давай, давай, пошел, кроссавчик. Они минус одного положили. У них один минус. Нормально, мне нравится такое. Сейчас он встал. КД. Я офигею. Я бью смоку. Убил? Нет. Она битая в конец. Ай, сейчас Зида полекает, все. Поехали с жопы. Попытаюсь сейчас. Там никому не, кстати, они все с этой стороны сейчас стоят. Я ну, сзади заезжаю. Что ты говоришь? Я там со смокой же воевал. Сзади. Ну ко, поехали. Я еду. Помогаю Зидка, тебе. Зида, не мешай. Меня бы кто полегал, вот, серьезно. Ты убил кого-то? А вот нет, вот кого бить нужно, вот эту Зидку. Убили! Нет! 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 Пожалуйста, не надо! Опа-на! Гол! Второй гол! Ты понимаешь это или нет? Офигеть! Димка, точка где? Там же, на том же месте, понимаешь? Я только забрал голд, украл его у Фаркнев, который мне то ли оставил, огромное тебе спасибо, то ли хотел сам его взять. Ну, не знаю, но он убил ту смоку, которая минировала эти проезды. И, соответственно, я потом забрал голд. Сейчас второй падает, и, быть может, его еще можно взять. Там же? Лё, там же. Блин, молот. Тварь. Димка, я давай, не могу всех, ничего сделать. Всех, давай. Меня бы залекать, ребята, пожалуйста, залекайте меня. Ну, киллер танкист забрал голд, я офигею. Ну, что ты говоришь?
их не взял, блин. Да, я заметил. Ну, а толку, там мин уже не было, там просто нужно было тупо забирать. Блин, какой-то выпуск поначалу какой-то нудный был, я так понимаю, потому что... А в конце вообще эпик. В конце эпик, я забираю гол, плюс вторая надпись, плюс... Эх, ладно, я... Ой, жаль, что второй не взял, но ладно, ребята, опять же говорю, Дима, подписывайтесь на каналы, паблики, всем удачи, всем пока. Всем пока.